5 человек пострадали и один погиб в авариях с участием двухколесного транспорта с начала года. С сегодняшнего дня мотонаряды ГИБДД начали выходить в ежедневные специальные рейды, чтобы напомнить мотоциклистам о соблюдении правил дорожного движения. В одном из них побывала и наш корреспондент Зоя Попцова. Добрый день, инспектор управления ГИБДД, старший лейтенант полиции, братов, моя фамилия, ваши документы, пожалуйста. Пока Сергей доставал документы, старший лейтенант полиции Александр Братухин напомнил ему о безопасности во время движения. Стаж у мотоциклиста только год, поэтому говорит, важно быть особенно внимательным в потоке машин. Ну, нужно отрабатывать навыки постоянно. Ну, на дороге нужно быть уверенным. Если выезжаешь на дорогу, надо уже быть уверенным в себе. Из-за пандемии коронавируса официального открытия мотосезона в этом году не будет. Но мотоциклисты уже выехали на дороги. Напоминать о правилах дорожного движения владельцам мотоциклов, мопедов и скутеров с сегодняшнего дня сотрудники госавтоинспекции будут ежедневно в специальных рейдах. Мотоэкипажи ГИБДД уже приступили к патрулированию улиц города. Добрый день, инспектор управления ГИБДД, старший лейтенант полиции, Братухина, фамилия. Александр ездит на мотоцикле уже 10 лет. Только аккуратная езда – единственный вариант избежать аварии, признается он. Сегодня тоже обошлось без нарушений. Единственный нюанс – 6 мая он купил мотоцикл, но зарегистрировать не успел. По закону у него есть 10 дней, чтобы поставить транспортное средство на учет. На транспортное средство что-то есть у вас? Сколько здесь кубических сантиметров объем двигателя? А у этого владельца мопеда были только права. И как выяснилось, такие мототранспортные средства, объем двигателя которых не превышает 50 кубических сантиметров, регистрировать не нужно. Всего за пару часов рейда инспекторы проверили документы и внешний вид мотоциклов более чем у 10 водителей. Нарушение выявили только у одного. У него был нечитаемый госномер. В итоге мотоциклист получил штраф 500 рублей. Чаще всего выявляется следующее нарушение среди водителей мототранспорта. Конечно же, это нарушение правил маневрирования, нарушение скоростного режима, нарушение правил регистрации транспортного средства, ну и проезда пешеходных переходов. Чтобы управлять этим транспортным средством, нужно иметь права категории А, световозвращающие элементы на одежде и шлем. Но не световозвращающих элементов на одежде у меня нет, прав тоже, поэтому я могу быть только пассажиром. Водителей мотоциклов также ждут массовые проверки на предмет управления транспортом в состоянии опьянения. Аккуратное вождение и наличие всех документов – то, что нужно для безопасного передвижения. А еще в ГИБДД напоминают, что скорость движения на дорогах, особенно в городе, должна быть не более 60 км в час. На автомагистралях – не более 110. Зоя Попцова, Александр Нестеров, Бюро новостей «Давид».